назначил директором Федеральной службы судебных приставов Дмитрия Арестова, освободив его от должности замминистра юстиции, сообщает пресс-служба Кремля. В министерстве Арестов курировал департамент уголовного, административного и процессуального законодательства, департамент управления делами, научный центр правовой информации при Минюсте. Он работал в министерстве с февраля 2009 года. Смерть исполнительного директора Роскосмоса Владимира Евдокимова могла быть заказанным убийством. Газета «Коммерсант» утверждает, что этой версии следствие сейчас уделяет особое внимание. Тело менеджера нашего